Все, теперь ему насрать, короче, на фургон. Я. Ну жесть просто. Просто гонялись, а теперь им насрать на фургон. Ты просто прикинь. Я бы этого Барри дебила бы. Урыл бы нахрен. Сразу. На месте. С вертушки. Как Ван Дам. Ёпта! Ёпта! Твою мать! Это как, блин? Кто это? Кто сделал это? Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий. И продолжаем с вами проходить историю трех дружбанов в GTA 5. Итак, у меня, короче, не знаю, свет льется, короче, из окна. Вот. И отсвечивает, блин. Не знаю, как будет видно, нормально, ненормально. Но, блин, я с этим ничего поделать не могу, так что пусть будет как есть. Вот. Так. Что у нас? Франклин, у нас три задания у него, три какие-то там миссии имеются. Давай взглянем. А тут в GTA-хе дождь. Дождина льет, как из ведра. Он даже одежду, смотри, гладит. Я футболки, блин, не глажу никогда. Они все равно на теле, короче, разгладятся. Так, окей. Надо из дома, наверное, выйти. Из дома выйти и там уже смотреть, что у нас есть на карте из заданий. Окей. Там, главное, льет дождь. Здесь, главное, непонятно, что... Ну, короче, смотри, пасмурная погода, пасмурная. Затягивает. Наверное, гроза долбанет какая-нибудь. Так, окей, что у нас имеется? А, нам же... Как его? Барри, да? Барри, спасибо, что присоединился к борьбе. Вот данные о товаре. Действуй быстро, не забывай о прихвостнях тоталитарного режима копах. Так, окей. Нам Барри, короче, дал... Чё там? Валивы, чтоб не поймали. Чё-то Беверли там. Старые сообщухи у нас остались. Ну, отправляемся, короче, искать товар. Я думаю. Давай посмотрим. Два места есть. Два места. Почему-то у меня показано три задания. Тут всего два. Так, ладно, поехали сюда. Надо доехать, а то еще искать, короче. По любасу надо будет искать эти... Товар этот. Неизвестно, где он там спрятан. Я как понял, это фургончики, да, как он говорил ранее. Ну, может быть, еще кого-нибудь, что-нибудь и кого-нибудь встретим по пути. Вот. Думаю, сегодняшняя серия будет чисто про этот тауэр, короче. Так, объезжаем всех. Не царапаем машину. Это уже хватит. Хватит с нас. Вы говорили, короче, что... Блин. Вы говорили, что, короче, Майкл, когда, ну, приходит к психиатру к своему на разговор, и он может рассказать о том, что случилось, короче, в игре. Допустим, если я сбил пешехода там, он может это упомянуть в рассказе у психиатра. Можно будет, кстати, проверить, когда психиатр у нас появится. То, что мы натворили уже столько много дел всяких. Может быть, он и упомянет это. Так. Да, пропусти ты меня, но... Да что ты, блин, эти текстуры ссаные. Задрали. О, почти приехали. Так, ну, мы почти на месте. Теперь надо искать, короче, этот фургон. ХЗ, где он стоит. На карте отмечена зона, где спрятаны транспортные средства со значками. Найдите их для Барри. Так, со значками.
Ну, в любом случае, короче, фургончик должен находиться где-то при выезде, чтобы выехать можно было, да? Надеюсь, это не этот фургон, который мне нужен. Окей. Ну давай покатаемся, посмотрим. Может быть, где-нибудь у дороги. Это оно? Нет, на фургон это не похоже. Это ни капельки не фургон. Так. Красная точила, это фургон. О, погоди, а может там стоит? Нет, там мусорный бак. Фургон, ты где? Я пришел за тобой. Хз, тачки стоят, но это не все не те тачки, наверное. Мне нужен фургончик. Или тупо транспортное средство нужно. Именно транспортное сердце. Не, я думаю, что фургон. Ну, погоди, что там парень хочет? Чувак, который за тобой бегает. Я нашел машину, по которой ты в Веспуче. А, отлично, давай быстрее, через пару часов он должен быть в Веспуче. И поосторожнее, я слышал, тут шныряют копы. Тут шныряют копы. Погоди, он тачку нашел. А какая из них? Сядьте в грузовик. А, грузовик! Вот это грузовик, вот этот? Нифига себе. Ну ладно. Ну я думал, фургон. Фургончик какой-нибудь. Ну давай. Грузовик так грузовик. Доберитесь до квартиры Барри. Поехали. Что уж там, поехали. И вот этот маленький чемоданчик. Ну хотя, блин, вот этот... Опа, копы, копы, копы. Мать твою. Мать твою. Блин, а на этом драндулете теперь хрен, наверное, от копов оторвешься. Две звезды тем более. Они более прилипучие. Более такие... Давай, давай, почему эта развалюха совсем не едет? Действительно. Почему эта развалюха совсем не едет? Твою мать. Ну смотри, а еще копы-то, видишь? Это, наверное, какие-то федералы, что ли? Типа эти. По борьбе с наркотиками. Задрали. Черт, должен быть другой способ легализации Зури, получше, чем эта херня. Ну, типа, да. Ну, типа, да. Так, короче, на этом фургоне по прямым не уехать. Надо, короче, гонять по переулкам, я так думаю. Ой, чувак, извини. И ты извини, чувиха. Черт, чувак, я никогда не торгую с этих суп. Ну ладно. Оторвемся, не ссы. Ты главное не ссы. Надо делать вот так. Препятствия им, короче, создавать на дороге. Вон они, видишь, встряли там. Пошли, 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 ребят. Нормально так, что там расселось-то, блин. Блин, а я тут не проеду. Или проеду. Сейчас будем пробовать. Сейчас куда-нибудь, короче, въеду. А, мы здесь уже были. Мы здесь уже прятались, по-моему, от ментов. В смысле, куда я там врезаюсь? Что мне там мешает? Костер? Ну, ладно. Погоди. О, все. Отлично, хорошо, прекрасно. Все, спокойно, теперь едем. Теперь спокойненько, спокойненько. Блин, я не такой, на такой не подписывался. Надеюсь, это черта... Чего? Торчащая забастовка. Все, ништяк. Черт, надо поднажать. Да в смысле? А, еще не на время? В смысле? А успею я или не успею? Вот этот драндулет-то пипец вообще не едет. Что там с машиной? Что это такое? Ты кто? Ты что делаешь? Зачем ты? Окей. Ага. Так, 30 секунд, 30 секунд. Я должен успеть.
Хотя навряд ли, блин. Ты что, мешает тут всякие ездят? Смотри, какая пробка. Бутырки. Пипец. Ну хрен. Я не успел. А как, блин, успевать вот на этом драндулете? Это вообще полнейшая дичь. Да просто пипец какой-то. Как это? Как? Ну, как это? Блин. Сейчас опять оторвитесь от купов, пожалуйста. Но... До квартиры Барри, блин. Барри, слишком далеко живешь. Надо где-то, короче, поближе. О! От копов надо удрать, короче. Тут еще время идет, видишь, от копов, чтобы удрать. Понятно. Я-то думал, время началось, когда от копов я спрятался. Пошли на. Ну пипец. Я муторное дело, муторное. Рили. Как вы и говорили. Так, надо заныкаться. Давай переулок. Окей. Go. Блин, он такой тугой, этот грузовик, вообще жесть. Я просто сидею. Погоди, это как? Вот, спрятался. Ну. Давайте, пропадайте, время-то не казенное. Ёпти мать! Все. Все, теперь ему насрать, короче, на фургон. Я... Ну жесть просто. Просто гонялись, а теперь ему насрать на фургон. Ты просто прикинь, да? Фургон перед носом такой проехал с этой с травухой. Они стоят и просто похер. Наше время вышло, мы все. На этом наши полномочия все. Блин, движуха в городе жестокая просто. Разогнаться хрен дадут. Тем более на таком драндулете. На быстрой тачке там, может, еще, знаешь, проскакиваешь, успеваешь. А на таком драндулете это жесть. Ну ладно, сейчас я надеюсь, должны успеть все это сделать. Доехать. Отдать. И все. И будет нам счастье. Текстуры сегодня жестят. Они как-то вот, видишь, непонятно, блин, эти текстуры. То нормально, как бы, блин, бывает просто. То они просто жестят. Просто жестят. Все, приехали. Да куда ты еще? Блин, дорога исчезла. Давай. Looking good, блин. Все, мы приехали. Отлично. Выйдите из грузовика. Так, окей, а что у меня УЗИшка-то в руках? Это пицца? Да нет же, мудила, это я. Я здесь. А, отлично, ты настоящий борец за гражданское право. За тобой следили? Следили? Это мягко сказано, чувак. Ладно, не дергайся, у нас все в норме. Так, ладно, кореш, почему бы тебе не прийти сюда и не заценить? У меня дела. Я пришлю кого-нибудь, когда все уляжется. Осторожно, не помешает. Кроме того, у меня тут проблемы с производством удобрений. Плохой буррито попался. Черт, ладно, проехали. Этого можно было и не говорить. Буррито пережрал, походу. Чувак. Так, ладно. Покинуть сектор. Еще покидать сектор надо.
сектор Grove Street на барабане. Окей. Так, ладно. С этим покончено. Агитатор. Так, и есть еще одна. Поехали сюда. Стачку надо стащить. Стой, 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 стой. Мудак. Так, стоять всем. Стоять всем, мне нужна твоя машина. Спасибо. Сам осел. Нормально его там перекрутило. Блин, опять менты. Да задрали. Они все видят, блин. Утырки. Все, вот все видят. Так, а, дальше поворот, да? Окей. Козлы, вот, вот все, все, вот прям все видят, а? Так. Но мы на месте, теперь надо искать тачку. Оказывается, это не фургоны, это... Не знаю, грузовик, но, блин... Может, это сейчас будет и не грузовик. Я хз. Ну, поехали взглядеть. Я думаю, где-то вот здесь. Стоянки машин, видишь? Ну, в принципе, вот фургон стоит, но... Я не знаю. Давай взглянем здесь. Где есть тачка? Эй, ребят, вы грузовик с травой не видели? Очень надо. Очень надо мне. Так, погоди, а может вот это? Уйди. Атака какая-то. Блин, непонятно. Вон какой-то грузовик. Че, мне каждую машину проверять? Или когда я подъеду, он что-то скажет? Фрэнк что-нибудь скажет, когда я подъеду к нужной тачке? Вон здесь какие-то машины. Эй, алло. Эй. Мне нужна трава. Чувак, товар не видел? Окей, он, смотри, какой-то... Стой... Да, в смысле ты не можешь заехать на тротуар, блин? Кусок говна. Нет? Блин, очень похоже. Мать. Да наставили тут контейнеров всяких поганок, всякого говна наставили тут не выехать теперь. Что за дичь-то? Эй! Есть тут. А, ну здесь я уже ездил. Здесь я уже проезжал. Окей. Так, погоди, может быть вообще не в той стороне ищу? Может быть это возможно вот здесь где-нибудь? Блин. Где-нибудь стоит, стоишь вот здесь. Я думаю, должно появиться на карте, когда я к ней подъеду, короче, должен быть, должно появиться на карте будет. Я так предполагаю. Так, откуда ты выросла-то, блин? Ой, какая-то дичь. Погоди, а может с этой стороны вообще? Не с той, где я смотрел, вот с этой где-нибудь? Вот здесь? Или я здесь и ездил? Ну, я здесь и ездил, наверное, да? Ну-ка, давай вот так объедем. Ау! Фургончик, ты где?
твою мать. Он бы хотя бы сказал точное, знаешь, ну как бы не точно, хотя бы ориентировочное место. А то, блин, блуждать здесь искать, это вообще дичь какая-то. Эй! Кто спрятал машину? О, нашел! Это оказывается, блин, вообще не фургон, это оказывается он какой-то развалюха, кадиллак какой-то. Разваленный. Ну, ни хрена себе он там поместил кейс. Ну и что? Да ладно. Ну давай же, это чего конкретно мудила? В смысле, блин? Шикарно вообще. И что делать? Эй, кто сменил мой рингтон? Чувак, эта тачка в Лауфуэр, это конкретное ведро. У нее движок сдох. Ладно, я беру заначку и сваливаю. Нет, возможно, это ловушка, мне нужна эта машина, от нее зависит судьба всего движения. Наверное, тебе придется ее толкать. Ты совсем рехнулся? Сделай это ради своего штата, ради свободы, ради природы, разожги огонь борьбы. По-моему, ты слишком часто разжигал огонь борьбы. Найдите способ сдвинуть автомобиль. Да в смысле? Он вообще издевается или где? Хрен лысый, я буду что-то толкать. Ну, я того же мнения. Блин, лысого я буду что-то толкать. Надо за... Опа. Вон, танк. Эвакуатор, ё-моё. У нас есть уже навыки, короче, гонять на эвакуаторе. Блин, я надеюсь, менты-то не будут за мной гоняться. А то я на эвакуаторе. Так. Погоди, я забыл там. Shift или что там, Ctrl опускать, отлично. Shift поднять, да? Все шикарно. Все, поехали. Че, как всегда, копы начнут. Оторвитесь от полиции. Вот стопудово, смотри, вот, смотри. Оторвитесь от полиции, ну, ну, я жду. Оторвитесь от полиции, нет? Да? Нет? Ну, хоть на этом спасибо, блин. И вроде как времени нет. Ну, хорошо. Хорошо хоть на этом, блин. Когда можно спокойненько доехать. Это уже радует, блин. То бы я охренел. Если бы еще от копов, короче, удирать. И на время. Я бы этого... Барри дебила бы урыл бы нахрен сразу на месте с вертушки, как Ван Дам. Ну и в принципе недалеко ехать. Ёпта! Ёпта! И как? Твою мать, это как, блин? Кто это? Кто сделал это? Просто завалить. Я охренею. Просто на ровном месте завалить машину, это нормально? Это просто дичь. Только я так могу. Как? Как она перевернулась-то, мать твою? Это реально подстава. Реально подстава была. Поставили, знаешь, пружины в колеса, короче, и этот... как копы. И сидят там, знаешь, на кнопочку нажали, и машина так пуньк, перевернулась, короче. Логично, логично. Нужно было срезать, а не поворачивать здесь. Я ж чё, блин, по правилам тут езжу. Я чё вам тут?
законопослушный гражданин, что ли? Как вы ко мне, так и я к вам. Как город ко мне относится, так и я к городу. Все, главное здесь, чтобы она опять не перевернулась, блин. Опа, стоп, я проехал. Я проехал поворот. Ну-ка, давай, ты там не перевернись, пожалуйста, слышишь? Расступитесь, у меня важный, опасный груз. Поставил тут на повороте какую-то свой драндулет, блин. Не повернуть ни хрена. Так, куда? Удержит, чтобы отцепить. Ну, я отцепил. Мам, я уже все сказал. Что? Тащи свой зад сюда, я стою рядом с грудой металлолом, который заставил меня тащить по всему городу. Слушай, просто брось ее там, я сейчас не могу выйти из-за спутников. Они сканируют наши мозги, следят за этим через интернет. Уходи, пока можешь. Я зря теряю время. Нет, ты же герой, это эко-воин. Мы изменим жизнь людей. Покиньте сектор. Опять у меня УЗИ, блин, в руке. Зачем? Зачем ты достаешь вечного УЗИ? Он еще шикардос, блин. Все, заткнись. Спасибо. Ну, я покинул сектор, че? Че, так далеко покидать сектор надо было? О, хорошо. Ой, девочка, извини. А вот нихрен в наушниках ходить по дороге. Все, короче. Мы это сделали, окей. Мы это сделали, и в принципе у нас... Ну как такового больше ничего нет. Вот. Гонка есть. Да, гонка есть, но сегодня мы уже этим заниматься не будем. Вот. На этом я буду заканчивать, друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.